Часть трассы через Аркабун очищена, но на нескольких ее участках боевики активизировали нападение на проезжающий транспорт. Пора положить этому конец. Под прикрытием танков боевые машины пехоты высаживают десант. Пехота пошла на штурм. Одна за другой машины идут к точке высадки. С одной стороны дороги закрепившиеся в домах бандиты. С другой, к дороге пытаются прорваться остатки окруженной и уничтожаемой группировки с правого фланга. Бас,
habitantes, já não arrasou aí de habitantes. يلا بسرعة يلا بعد يا رياض رجع بأقصى سرعة بأقصى سرعة تحرك يلا الرابعة يلا خي يلا بس خلصت هون افتح كله يلا بارتك يميني بارتك يميني 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 بارتك يميني لا ترمي لا ترمي يميني بارتك 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 وقف رمي بيان بي وقف بس وقف رجع لورا شي متر رجع لورا شي متر بس يلا بس زود بالك في شركة الكهرباء يلا بشي انشد انتهى أبعد طلعت التعليمات. يلا بسرعة أقصى سرعة أقصى سرعة تحرك دير بالك عشان الكهرباء دير بالك عشان اتجاه البناء سامو لا ما تقع على اليسار. Высадка десанта завершена, и БМП уходят за следующей волной. Танки же выстраиваются для охраны участка. Вторая волна десанта на подходе, и танки вновь выходят на ее защиту. Водитель автомобиля понял, что сегодня на трассе слишком тесно. Часть бойцов высаживается и идет на штурм сходу. Плотный огонь танков и БМП не дает террористам возможности атаковать десант. С передовой спешит машина с раненым.
Солдат отправляется в госпиталь, а следующая группа десанта в бой. У каждой группы свой участок. Два танка патрулируют отрезок дороги, чтобы защитить десант от внезапного нападения с любой стороны. Попадание РПГ. Двигатель заглох, и экипаж эвакуируется. Товарищ вовремя приходит на помощь, уничтожая бандитов, пытающихся захватить танкиста. Сиди. قطع واحد على الدبابة. Боевики начинают минометный обстрел. Но эвакуация танка продолжается. К сожалению, один из членов экипажа погиб. Его настигла пуля снайпера. Террористы засекли наблюдательный пункт и обстреливают его.
Их огневые точки немедленно обнаружены. Это была первая. Подкравшись на мягких лапах, танк уничтожает и вторую. Сверкая блеском стали, на смену поврежденной машине приходит другая. А за ней следует подкрепление для десанта. Желая избежать уничтожения на правом фланге зачистки, группа боевиков пытается прорваться к дороге. Пулеметы и пушки БМП избавляют их от подобных забот. В руках боевиков у дороги остался последний дом. Они окружены, но не желают сдаваться. Солдаты особенно и не расстраиваются. Задача выполнена. Машины забирают уставших бойцов. В первую очередь раненые.
В этом бою сирийская армия понесла потери. 2 человека погибли, 12 ранены. Уничтожено более 150 террористов.